Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 3 2006 года выпуска. Двигатель 2.7 турбодизель, полный привод. Пробег на автомобиле 155 тысяч километров. На этом автомобиле сегодня заменю задние тормозные диски и посмотрю, в каком состоянии тормозные колодки, почистить, обслужить, смазать и развести ручник. Поднимаю автомобиль, снимаю оба задних колеса. Поднял автомобиль, снял задние колеса, фиксирую тормозной диск отверткой металлической и откручиваю болт фиксации тормозного диска. Что ж вы так прикипели-то, а? Попробую я его тоже отстучать. Пробую еще плечо. Срублю я его просто зубилом. Пошел. Отколотил. Срубил я его. Да, ну прикипает. Ну, хорошо, что этот не надо было высверливать. Металл здесь хороший. Помучился с передним колесом. Поэтому здесь здорово, что срубился. Ладно, откручиваю теперь сам суппорт. Головка на 15, тоже 12-гранная. Болт откручивается легко, значит, он тоже обработанный. Нет, сухой. Но, тем не менее, открутился легко.
верхний тоже крутится легко. Да, тоже сухой, но открутился тоже легко. Так, снимаю суппорт. Возьму отвертку, отодвину. Вентиляцию ее вставляю. И отодвигаю скобу. Выработка небольшая, но тем не менее не дает колодкам выйти. Все. Снимаем диск. Колодки ручника его держит. Сейчас опущу. И трещотку ослабим. Вот в этом положении. Сейчас опущу камеру. Попробую показать. Вон видно коронку. Вот если посмотреть, отверстие смотрит у нас на верхний сайлентблок. И вон она, короночка. Сейчас мы ее отверткой провернем и ослабим колодки ручника. Так, нужно это сделать снизу на правом заднем колесе, это снизу вверх. Вот, раз, два, ослабил, а что-то ручник не дает выйти. Просто на перекос пошло. Вот трещоточка, про которую я говорил. В принципе, колодки не изношены. Изнашиваются они крайне редко. Трещотку я скрутил до конца. А не давала мне стащить просто колечко коррозии и грязи, вот которое образовалось. Вот его видно. Только из-за него и мучился. Потому что выработки на диске тоже нету. Именно на тормозном. На тормозной рабочей поверхности ручного тормоза. Сейчас здесь все помою, вычищу, сниму трещоточку и помажу ее тоже
внутри высокотемпературной смазкой, которая для направляющих идет. Очистителем тормозных систем. Все, она сейчас высохнет. Возьму компрессор, еще сейчас сдую. Сниму вот эту пружиночку. И снимаем трещоточку. Не крутится. Я ее когда закручивал, очень сильно затянул, поэтому надо делать так, чтобы она крутилась, чтобы ее можно было регулировать потом. Крутится мягенько, смазки здесь никакой нету, но я добавлю, вычищаю, снимаю вот эту коррозию, смазываю внутри и устанавливаем на место. Колодки ручника я снимать не буду, здесь я все вымыл, обдул, так как мы их не меняем, я их не убираю. Смазку использую Toyota, смазываю резьбу. Закручиваю коронку. Резьбу я почистил тоже. Смазываю здесь маленько. И закрываю. Устанавливаю на место. Одеваем пружинку. Thank you.
Пружинку я одел мечиком 10 шаг полтора. Пройдусь по резьбе фиксирующего болта. Закручивался плохо, поэтому я его прогоню. Собью здесь грязь старую, со смазкой уберу ее. Маска намазана, очень хорошая была. Наношу новую смазку, также и гайку смажу привода. Беру новый тормозной диск. Тормозной диск оригинальный, номер его SDB-30636. Вот тормозной диск и устанавливаю его на место. Заглушка была утеряна. Сейчас закажу новую и потом установлю ее. Пластиковая здесь идет заглушечка. Беру новый болтик фиксации SYP100241. Вот такой вот болтик. Смазываю его. И прикручиваю. Теперь поворачиваю до трещотки. Ослабляли мы ее снизу вверх, а подводим мы ее сверху вниз. И на 3 оборота отпускаем. Раз, два, три. На 3 щелчка. Все. Крутится у нас свободно.
Теперь устанавливаем на место суппорт. Болты я тоже смажу. И наживляю. Все, тормозной диск я заменю. Аналогичным образом иду меняю со второй стороны. И на этом замену задних тормозных дисков я закончил. Всего вам доброго!